Напомним, поставки оборудования для строительства первого объекта уранового рудника номер 6 ППГХО в Краснокаменске начались в феврале. На склады поступает техника для главной понизительной подстанции. Первые 389 миллионов рублей на ее строительство выделены Росатомом в конце 2017 года. История же шестого рудника началась еще в 1981. Именно тогда стартовало его строительство. Но уже в 1991 по ряду причин он был законсервирован. В 2005 году «Росатом» снова вернулся к этому вопросу. Спустя несколько лет строительство шестого рудника было признано инвестпроектом, реализация которого так необходима для Краснокаменска и региона в целом. Сейчас промплощадка включает несколько сооружений, все в исправном техническом состоянии. Для полного же строительства рудника потребуется порядка 6 лет.